В Запорожской области во время военных учений погиб гражданский. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает пресс-центр оперативного командования «Восток». И больше никаких подробностей. Не комментирует это ЧП и в военной прокуратуре Запорожского гарнизона. А вот на одном из местных сайтов написали о том, что инцидент произошел в селе Федоровка. Погибший якобы был охотником из соседней Донецкой области. И в преступлении подозревают военных. В пресс-службе командования «Восток» лишь ответили, что виновные будут найдены и наказаны.